Мы подъезжаем. Грация Дио. Всем доброго времени суток, с вами говорит Стелл, и мы рады встретить Эцио, Марию и Клаудию в начале третьей последовательности. Еще чуть-чуть, и наши герои окажутся в относительной безопасности за высокими стенами Монте-Риджони. Подождите минуточку, кто это там впереди? Нет. Черт, не может быть. Бонджорно, Эцио. Как ты мог уехать из Флоренции, не попрощавшись? Эцио! Чего ты хочешь, Вьери? Дай-ка посчитать. Большой дворец, двух новых скакунов, красавицу-невесту. Ах, да! Еще убить тебя. Мои соболезнования в связи со смертью родных. Кто же теперь о тебе позаботится? У меня такие планы на твою мать и сестру. Мне надоела эта игра. Прикончите его и не щадите женщин. Что это за колдовство? Не колдовство, малыш, талант. Ну, покажись. Как угодно. Вот, возьми это. Убейте их! Убейте всех! Этого только не хватало. Не успели мы дойти до нашей цели, как появился Вьери. Хорошо, что от первых двух его подчиненных мы успешно избавились, но солдат еще так много. Как кстати подоспел этот человек в черном со своим отрядом наемников. Без него мы бы точно и минуты не продержались в этом нечестном бою. Но слова благодарности оставим на потом, сперва разберемся с отрядом солдат Вьери. Сам он, конечно же, не остался сражаться, убежал как последний труп. Но ничего, его мы еще достанем. Для начала нужно обеспечить безопасность Марии и Клаудии. Мечом махать мы уже научились в предыдущих миссиях, тем более практически никто из солдат не обращает на нас должного внимания. Должно быть, они считают, что Эцио не представляет для них угрозы. А зря, и мы без особого труда разбираемся со всеми противниками. Благодарю. Оставь меч себе, Эцио. Разве мы знакомы? Ты не узнаешь меня? Это же я, Марио! Дядя Марио? Давно не виделись, племянник. Ох, давно! Я слышал о скандале во Флоренции. Ужасно. Пойдем, стоит увести вас подальше отсюда. Так это был наш дядя Марио. Как все-таки вовремя он подоспел к нам на помощь. Что ж, выходит, мы прибыли в Монте-Риджони. На этом данная миссия завершена. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.